Люди вышли потому, что здесь хотят пустить через несколько лет восточный объезд. А это после этого жизнь здесь фактически станет невозможной. То есть, и второе, мы хотим сохранить эту улицу такой же, как бы, приятной для жизни, уютной. Они чтобы здесь воткнули вот такие вот небоскребы. Мы, тем более, не выдвигаем радикальных требований. Мы хотим за комплексное, гармоничное и удобное для всех развитие этой улицы. Да тут и так некомфортно. Если еще понастроят, то мы тут вообще не развернемся. И садиков, и школы у нас нету. Мы возили дочь 5 лет в Ельцовку в садик. Просто потому, что у нас нету. Я не знаю, где они будут учиться и где они будут парковаться. Должна быть хоть одна улица в Нижней Зоне с таким уровнем жизни, в смысле, с такими удобными условиями. Потому что, как бы, все ща это муравейник, и дальше, в принципе, будет хуже. А бульвар должен быть хоть какой-то зоной отдыха. Для всех именно, для всех жителей нашего района.